А сейчас будет премьера песни. Знаете, тут меня уговорили наконец-то попробовать себя в прозе. Вот я недавно написал текст, да, то есть он как рассказ не идет, ну, можно это еще назвать эссе. Я просто сыну дал почитать, он сказал, хороший текст. Я теперь так и подписал. «Жизнь после жизни» текст. Вот я его опубликовал в Фейсбуке и ВКонтакте. И, значит, в комментариях мне бортпроводник Евгений Лапенок прислала стихи. Вот. Стихи мне сразу так этот торкнули. Знаете, вот я говорю, у меня никогда не получалось, когда меня специально просили, кто-то подходил, приносил стихи свои или чужие, и просили что-нибудь написать. Вот за сколько уже, больше 30 лет, я ни разу, у меня не получилось что-то написать. Вот когда стихи попадают ко мне каким-то случайным образом от кого-то, и вот когда у меня раз, и сразу возникает вот это желание у самого, тогда получается песня. Вот как получилась эта песня, называется она, ну я ее так назвал, «Бывший бортпроводник», хоть говорят, что бывших не бывает, ну вот у автора, это так, автор, мне помогли его быстренько найти, Андрей Звягин, вот он летал в Аэрофлоте, вот здесь сидит в зале. Вот. Мы быстренько с ним связались, оказывается, в его стихотворении там взята строчка из моей песни, из ранней там курсантской. Вот. Вот получается такой там, хороший круговорот творчества в природе. А как, значит, написала вот Евгения Лапенок, да, мы все из одной стаи, то есть мы летали там по разным городам, по эстафетам, в общем, эта жизнь, она что у экипажа, что у проводников, ну, во многом очень похожа. И, соответственно, одинаковые или очень похожие ощущения возникают, когда эта работа заканчивается. Ну, вот, как раз на эту тему эта песня. В свою постель, не вскакивая на рассвете. Твой кофе в графике забит, и выходные в воскресенье, но гул турбин в ушах звенит, но гул турбин в ушах звенит, и нет от этого спасения. Тоскуешь ты по городам, где был ни раз, ни два, ни десять. Бортпроводник он как цыган, оседлой жизни омут пресен. В аэропорт попав опять, слегка заноют где-то нервы, и будешь долго повторять, и будешь долго повторять. Я не последний и не первый. Да, ностальгия достает, ты сам того не замечаешь, как в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь. Иной у жизни ритм бывает, но рвутся крылья к солнцу выше, и часто по ночам летает, и часто по ночам летает бортпроводник с приставкой «бывший». Летает бортпроводник с приставкой «бывший». Андрей Звягин.
и за работу. Летал на самолете А-310, на котором я позже летал командиром.